Старейшее омское печатное издание сегодня отмечает вековой юбилей. 10 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Известия» Омского совета военных и рабочих депутатов, с которого и началась история главного областного издания. На его страницах находили отражение процессы в культуре, спорте, промышленности, экономике и сельском хозяйстве. В годы Великой Отечественной войны со страниц «Омской правды» омичи узнавали все новости с фронта. Газета поднимала дух тех, кто отправлялся на поля сражений, и тех, кто оставался трудиться в тылу. Издание и сегодня остается главным летописцем области. Прежде чем стать «Омской правдой», газета дважды меняла название. В 1919 году это была «Советская Сибирь», а с 1921 по 1934 годы – «Рабочий путь». Официальное празднование юбилея состоится 17 марта в Театре драмы. За оперативной информацией мы все пойдем на сайты, в интернет-пространство. Если мы хотим какой-то аналитики, если мы хотим каких-то более интересных историй, не таких низкоскоростных новостей, а чего-то более масштабного, глубокого, мы обратимся к газете.